俺たちを止められる。ラウンド1。ファイト。王俊仁、林小雨。Не знаю даже, буду ли я, но постараюсь. Ты можешь. Я могу, да. Наверное, я могу с этим. Ты уже знаешь мочалку сяо? Да, шаою. Вот. Но поза рака. Да. Поза крадущегося вообще. Нечто. Ну, слушай, он знает, как это наказывать. Да. Но я ему сказал понизу, почаще сверху вниз бей, как бы он старается. Эх, ошибка. Не надо такие длинные вещи делать. О, лоу перри, но, к сожалению, не получилось продолжить. Эх. Андрей не доделал комбо, и... Ну, нет, это не стоило ему жизни, но опасная ситуация складывается. Здоровья нет, к сожалению. Здоровья нет. Так, Андрей врывается сразу. Ой, блин. Его агрессивный стиль боя проглядывается моментально, но нет. Оверхайд, да. Нет, не получилось. Ну, оверхайд, ну, сяо. Хороший. Очень быстрый. Очень быстрый, да. Среагировать на него тяжело. Сложно, да. Надо быть вообще... Ой, лаунчер. Ай, ай. Эх, эх. Ай. Нет, Андрей ворвался, но нет. Опять какой-то дурацкий размен произошел. Так, удар. Ты видел, как моложе не снеслось? Вообще просто там карапулька. Играть одним персонажем — это нечестно, ребят. Не играйте с одним персонажем в Tekken Tag Tournament 2. Я теперь понял, что я буду играть одним персонажем. Давай ты не будешь так делать. Все равно договоримся просто. В Tekken 7 будет, да. Там все будешь одним персонажем. Там все нечестно будет. Да. Нет, там все честно. Там баунсит персонаж по-другому. Мы должны его как бы не только сверху вниз, там, например, об землю ебашь, но и типа по диагонали вот так вот, и догонять его еще пизду, да. Там много, хорошо, у всех сделали ударов, которые типа кидают его дальше, и ты можешь добегать. Это прям сразу заметно. Главное, баундов не будет. Меньше комбо. В смысле, такие же они по длине? Ну, там по... Там три тоже. Ой, тут тоже три. Типа лаунчер, баунс, там и добивка, например. Как-нибудь но вот так. Там баунда нет. Все есть. Баунд ниже. Меньше. Там по-другому это работает, но смысл тот же, по сути, тоже три части у комнаты. Так что они нифига не, короче. Ты зря так. Только блин, я болею за Андрея, конечно, вообще со страшной силой, но. Вот, да, да. Эх, и он дропает комбо, к сожалению, к огромному, к нашему. Эх, не получается паниш, и да. Да. Один, плечо. Макс Файтер все-таки хочет выйти вообще. Победителем, похоже, из нашего сегодняшнего мероприятия. Сяо-то зашло. Шаоу заходит, потому что никто ее не знает. Таким говном никто не играет. Кто вы? Плохой персонаж? Маленькая китайская девочка. Какой нормальный мужик с яйцами захочет играть маленькой китайской девочкой? Ну, покажи. Те, кто смотрит аниме, наверное, захотят. Ну, не знаю, не знаю. Те, кто смотрит аниме, Алисы какой-нибудь захотят поиграть. Баба-робот там. Ну, это все, с розовыми волосами. Стреляет своими собственными руками, делает из них пилы.
летает на турбинах. Но при этом она милая очень. Да, в аниме есть жанр меха. Ну, блин. А вот, например... Жанр маленькой китайской девочки? Тут есть люди по лолям. Конечно, у нас сейчас по закону это уже все. Именно. Вот, возможно, его можно будет потом посадить. Возможно. Вот, Макс Файтер. Мне кажется, он сам садится рад. Учитывая, что он играет за шоу. Как-то вы не любите. Не любят. У нас комплексы. Проигрывает маленькой девочке, да, все. Да. Но я не проигрываю, слава вообще богам японским. Эх, и Андрей делает охуительное просто комбо. Нет, не делает. Но не делает, к сожалению. Было замечательно просто начало. Ой, хорош. Так, продолжение, да, да. И воткнул. Очень хорошо. Андрюх, ты крут вообще. Как что у тебя детей? Раз, два, раз, два. И, к сожалению, нет, на стену плохо упал. Да, и он берет раунд. Очень уверен, Андрей, давай. Следующий раунд? Нет. Да не надо, не надо. Я аккуратен. До бесконечности просто. Нормально тут, хватит. 98% площади дна кружки как бы на столе, поэтому это мне подсказывает, что она будет стоять на столе, а не падать с него. Да, Андрей, к сожалению, тратит джунпач и влетает и сразу принимает в лицо. Шауй, да, потратил еще второго деда. Шауй вообще, да. Как слово-то вообще, правда. Беспощадная Шауй просто. Да, да, да. И Андрей делает очень сложный комбо, к сожалению, оно не проходит до конца. И берет, берет раунд. Замечательно. Грейт вообще. 2-0. 2-0 пока. Ну, правда, первый бой за Макс Файтера. Вернулся. Да. Джунпачи разрывает просто маленькую китайскую девочку. Ну, тут, тут пока на каких-то йоу-сетапах, наверное, летает Сяо, за которые ее просто не знают, как наказывать. Ну, теперь Андрей понял, как наказывать. Он даже старается, он блочит. Вот это плечо, конечно, тут не получится, никак заблочит. Опять его, стоечки. Его Макс Файтер у нас вставляет после ошибки Андрея. Андрей! Вот так вот мастерство просто вообще. Сумасшедшее. Mad skills вообще. Один дед потрачен. Да, но второй дед не хуже. Они причем друзья ведь по лору. Да? Два деда, да. Типа один китайский мастер, дохуя, второй японский. Век живи, век. Ой-ой-ой, дэмэдж. Но он тут почему-то дробает. Надо было джунпачи выкидывать вообще в лицо ему. О, очень болеет. Я Карло очень болею. За Андреем. Очень. Вы вместе тренируетесь? Нет, мы любим друг друга. Просто друзья. Просто мы любим друг друга. Мы просто... редко с ним встречаемся, но когда встречаемся, это всегда классно. Хорошие друзья. У нас замечательные разговоры вообще. По пьяни. Про Алексея Толстого, там, про Лермонтова. Серьезно. Нет, на самом деле, это не выдуманная история. Ой, хорошо. Ну, как хорошо. Многие пропускают этот удар ногой, потому что он... Не ждут, пытаются лезть. Потому что она и так там руками размахнулась, еще и с ноги, нихуясь. Как так? Ой, стэч меняется. Да. Дед... Они отправляются в лабораторию к обезьянке. Опять дед потрачен. Мне кажется, ванку у Андрея поставлен хуже, чем Джунпачи. Да, скорее всего, так и есть. Просто Джунпачи более удобный персонаж, у него более размашистые удары. Ну да, еще и Перри есть заставляет. Много, да, Перри, есть много интересных там лол. Еще Андрей пытается козырить Перри за вангой, и у него не получается, к сожалению. Так ой, панишет, нужно. Он панишет комба. Может, нам дадим? Нет, к сожалению. Хватает, не надел. Вэкет. Андрюх, Андрюх, 2-2. Тихо, тихо. 2-2. Нужно Андрею вернуться, нужно... Еще раз, блин, почему он это один раз только делает, а? Вот это вот, когда он бьет вниз ручкой и кулачком, эту штуку можно вставлять раз 3 подряд. И люди, как правило, ее не блочат. Просто не ожидают, что ты просто такая мразь, что будешь делать несколько раз подряд. А ты делаешь. Ну да, да. Ты можешь. На самом деле у Джунпачи есть много интересных инструментов, которые Андрей не знает. Я ему уже не сказал, уже поздно говорить ему об этом. Сейчас матчпоинт происходит. И да, и Андрей все проигрывает. Он поздравляем. Да, Макс Файтер показал. Я на секунду поверил, что выиграю. Андрюх. Ну, блин, ты так круто ебашил. Матчап я вообще не так ебашил. Шауи сложные. Андрей, тебя вытянули, все? Да, я так понимаю, я вылетел, да? Да, все? Да.